Дорогие друзья, ребята, очень рад и искренне разрешите вас поздравить с такой достойной наградой, именной стипендией губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Вы самые лучшие. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Илья Катасонов как раз из таких. Именную стипендию он получает уже не первый раз. В прошлом году Илья удостаивался премий за хорошую учебу и победы в олимпиадах по математике и истории. В этом за участие в творческих районных конкурсах. Волнительный момент. Я второй раз получаю стипендию, но все равно волнуюсь. Пришла мама посмотреть. Очень много знакомых. Все поздравляют. Почетную премию в размере 10 тысяч рублей Илье, а также другим подрастающим дарованием, вручал глава Ленинского муниципального района Олег Хромов. Большие денежные средства для многих семей – это тоже неплохое подспорье. Но ребенок трудится, его труд вознагражден. Это, наверное, первое, чему мы должны учить детей, что любой труд должен быть вознагражден. И просто без труда невозможно достигнуть никаких результатов. Каждый присутствующий – достойный представитель своей школы, ее гордость. Один ваяет неповторимую скульптуру из пары дощечек. Другой в уме вычисляет корни четвертой степени. А вот Анна Косенкова сочиняет проникновенные хокку. Ива. Ива с хранилищным трикой. Бумажные кораблики бегут по воде. Иней. Я вышла на порог. Все в инее. Словно торт с кремом. Призеры, несмотря на безграничную благодарность за награду, не считают нужным ставить целью завоевания почестей. Главное – это преданность любимому делу, все остальное – лишь приятные бонусы. Нужно стараться, верить в себя и стараться участвовать во многих конкурсах. Даже если чего-то не выиграешь, то все равно нужно стремиться. Главное, конечно, не победа, но стоит заявлять о себе и не бояться участвовать. Александр Шишов, Алексей Ильин, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.